Всех с наступающим Новым годом! Не обращайте внимания на эти посторонние звуки. Этот год будет годом дракона. Вот соорудил вот такую пирамиду. Чтобы у всех было и на столе, и до стола. Под елочку так называемую. Чтоб все оставили эти драконовские пещерные замашки в этом наступающем году, чтоб прояснилось в голове, чтоб наконец-то это гибридное СВО не превратилось в настоящую войну и бойню. Всем крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. И самое главное – чистого, мирного неба.